Почему накануне войны расквартированные у Беларуси сильнейшие западные, белорусские, киевские там военные округа? Почему все офицеры ушли в отпуск? Почему такая расслабуха была, извините меня за это слово, в этот период времени? Почему мы же видели, что происходило? И разведка информировала высшее руководство страны со всех сторон. Тоже Зорге называл из Японии конкретную дату войны. Мы почему устроили это головотяпство и не обращали на это внимания? Почему за сутки немцы, преодолев нашу границу, вырезали всю охрану в Беларуси, прежде всего, мостов, железнодорожных и обычных мостов? Там Красная армия охраняли. Всех перерезали в форме Красной армии, стали охранять эти мосты. Почему, если бы мы уничтожили эти мосты?